Вопрос-ответ. Как замесить тесто в этом комбайне? Ставим его. Я только яблочко приготовила, сполоснула. Самый обычный нож. У меня их два. Есть вот этот на 4, а есть только на 2 ножа. Такой вот. Любой подходит. Итак, добавляю стакан муки 200-граммовый. Соль. Посолила. Где-то ложечка растительного масла. Но если вы тесто без масла замешиваете, то можно и без масла. И где-то третья часть стакана воды. Я все на глаз. То мукеце, то водеце. Видите, да? Выливаем. У некоторых есть функция колосок. У меня такой функции нет. У меня... Есть автоматическая, по-моему. По-моему, вот это и вот это. Сейчас я попробую. Вот эта функция. Я только нажала. У меня пошло время 7 минут и скорость 3. Оно, видите, замешивается и останавливается. Ничего не измеряла, ничего не взвешивала. Это у меня будет тесто на пьядины, на как они. Ой, скажите, на лаваш. Пьядина, итальянские слова. Оно уже там, видите, как уже в комочек собралось месяц. Мне уже мой телефон говорит, давайте двигаться. Ну, сейчас подвигаюсь, я ж двигаюсь, я ж работаю. Ребята, вот смотрите, у кого есть, как у меня, ни инструкции, ничего. Ставите пустую чашу. И, ну, там у меня сейчас тесто замесилось. И просто вы, вот это если сейчас нажму, будет скорость 12, и оно мне сейчас, это тесто разлетится по всей чашке. Это я уже знаю. Если я на это нажму, это процесс варки идет. Но надо выставлять все скорости, все, отжимаем. Если нажимаю на это, включается тестомес. Если вы ошиблись, вы нажимаете на стоп, и у вас все скидывается до настроек. Просто возьмите блокнотик при пустой чаше. Потренируйтесь и запишите. Тут выставляется время. Температура, время, скорость, что вот это весы. Все. У вас все в блокнотике записано, а нет, делайте как я. Путем тыка. Нажала, а, окей, хорошо, воно. Нажала, а, это варка, это надо нажимать. Ага, надо мне блендануть, блендануло. Когда вам надо блендануть при высокой температуре, и вы хотите настроить там, когда температура не упала пока до 40 градусов, у вас ничего не блендонет, кроме вот этой кнопки. Если вам надо сделать суп-пюре или что-то. Потому что жидкость сначала должна остыть, а потом она уже выставляется скоростя. На горячем не выставляется. Поэтому, если надо вам блендануть кипяток, осторожно, чтобы была крышка. Бо сейчас у вас этот кипяток будет весь на потолке. И просто нажимаете на эту кнопочку. Так что пользоваться очень просто. Смотрим, что у нас получилось. А у нас получилось вот такое вот тесто. Видите, я ничего не измеряла. Я смотрю, оно чуть-чуть мягковатое. Но я при... Как оно называется? Но оно зато не липнет к рукам. При выполнении изделия я чуть-чуть добавлю мукички. Это уже будет вручную. Так, сейчас самое главное. Это вот тут придержать. Открутить и вытянуть наш остаток теста. Где ты там? Выходи. Тесто. Вот оно. Чаша остается совершенно чистая, видите? А тесто вот оно. На что-то намотано. Вот оно, вот оно. На винтик намотано. Выбираем его. Осторожно, потому что вот эти ножи, они очень острые. У меня уже, наверное, нет агрегат старый, но все равно. Побережите ручки. Чем-то надо, ложечкой. Все, ножик освободился. Сейчас я туда налью
водички и с моющим средством я его сполосну. Смотрите, какой колобочек у нас получился. В пакетик его. И у меня будет две пядины. Два лавашика. Благодаря вам, благодаря вашему заданному вопросу. У меня есть красная рыбка в холодильнике. Так что у меня будет прекрасное чаепитие, наверное, вечером. Поэтому мое тесто отправляется в холодильник, а я отправляюсь на прогулку. Ладно, пока монтируется видео, покажу вам еще одно свое устройство, незаменимое устройство. Видите, на нем даже инструкция нарисована. Это стабилизатор видео. Если вы наберете стабилизатор видео в интернете, вам даст разные названия. У меня вот эта марка, видите, да? Видно ее. Итак, что делает стабилизатор? Во-первых, у него есть ножка, видите, которая удобно складывается, раскладывается и откручивается. То есть, если вам надо его переносить. Теперь, хоп, открывается устройство. Сюда вставляется телефон, причем разного размера, видите. Держит он его хорошо. И есть кнопочка. Включаем. Получается вертикальное положение телефона. Но телефона нет, поэтому оно не срабатывает. Два раза горизонтальное положение телефона. Длинным нажиманием мы его отключаем и складываем. Режимов много. Есть инструкция в этом устройстве, и оно показывает. Я не пользуюсь режимами. Почему? Есть режим отслеживания, есть режим взаимосвязи этого устройства с телефоном, когда вы можете таймлапсы снимать, вы можете сразу делать какие-то... Там есть, кстати, и монтировка видео в этой программе. Ну, есть все. И музыкальное оформление. Очень много всего. Есть спортивный режим. Вот, когда ты тут сзади вот кнопочка еще есть, зажимаешь. Ну, в общем, это надо читать все в инструкции. Я поначалу пыталась пользоваться, потом поняла, что оно мне до лампочки. Мне самое главное, когда я иду при ходьбе, и вот, Саша, вы же понимаете, что руки... Стоять, телефон держать, вы знаете, как это видео плавает и как оно потом на глаза вам действует, потому что многие писали, Лиля, блин, голова крутится, что ты делаешь, что ты это, вы же этой камерой туда-сюда, вы же сами понимаете. Ну, кто уже более опытный в съемках, тот знает. Кто еще не опытный, ребята, учитесь, потому что некачественное видео, даже ты едешь в машине, телефон начинает у вас вот это так вот потряхивать, и ракурс видео, ну, получается полоски, получается некрасиво. Ты направляешь телефон на свет, у тебя вот эти полоски идут. Но сейчас уже телефоны умные, они некоторые это сами убирают. Есть телефоны с хорошей стабилизацией видео, есть хорошая съемка 4К, но ее YouTube как-то не всегда пропускает. Там, я не знаю, то ли надо спецоборудование, то ли что. Но вот это устройство, оно из, ну, скажем так, достаточно недорогих 70 с чем-то евро. По-моему, за ножку платится отдельно. Видите, на ножке тоже есть значок. Потому что ножку мы заказывали отдельно. Да, сначала у меня этой ножки не было. Ну, чем она удобна? Ты себе поставил на стол и, пожалуйста, снимай видео, делай все, что хочешь. Понимаете? Да, она небольшая, да, она невысокая, но ты же ее можешь... где-то поднять на какую-то, поставить себе эту. Поэтому, кто хочет заниматься профессионально, ну как профессионально, чисто даже для себя, чтобы оно было красиво. Я помню, я просто Алене как-то в один год, она говорит, что ты хочешь на Новый год? Я говорю, я хочу это. И вот она мне подарила. Зарядки этого устройства, потому что оно тоже должно работать, видите. Зарядка та же, что и для телефона, то есть это... И этой зарядки хватает на 15 часов. Плюс есть у нас, если вдруг у вас разрядился телефон, вот он, USB, вы можете от этого, это у нас по делам Кристиана, когда он, допустим, там где-то мы на природе, у него разрядился телефон, я могу сюда засунуть его в его телефон, и ребенок будет себе продолжать играться, потому что тут зарядка держится. Все. Чтобы его выключать, его
складывается легко, раскладывается легко одним движением. Тяжеловатое, да. Сколько? Сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу его вес. Что мне всегда говорят, что у тебя такая сумка тяжелая? Ну так, блин, а что же и не будет тяжелая? Вот, подождите, это не помещается. Почти полкилограмма. Понятно, что телефон легче. Эта приспособа нам дает очень много всего. Видите, уже все эти этикетки. Их можно было поздирать. Но вот эта этикетка, это главное, потому что ты знаешь, какой стороной тебе вставлять телефон, чтобы это было не вверх ногами. Хотя и вверх ногами можно тоже потом перевернуть. В общем, ребята, у кого есть возможность, советую. Потому что, когда я работала в парке, и к нам приезжала съемочная группа из телевидения, с чем они приезжали? Совершенно верно. С телефонами и с вот этими устройствами. Они, конечно, знаете, так вот все аккуратненько. Тут есть кнопка приближения, есть кнопка увеличения. Я все это делаю телефоном, но они так плавненько все это ездили. Ну, не так, как я. Ну, я ж не профессионал, понимаете? Мне оно не надо. Ну, как не надо? Ну, так вот. Буду на пенсии, научусь. Ей-богу, буду все режимы выставлять. Утром встала, поставила, и хай оно мне за мною то следит, да? Ну, памяти тогда в телефоне не хватает. Так что как-то так, ребята. Думаю, ответила на вопрос теста и на вопрос этой детали. Сейчас это будет отдельное видео. Я вам его выложу, и, пожалуйста, пользуйтесь.